Так, дорогие друзья, наконец-то мы зашли на нормальный сервер, вроде бы, который не лагает. Потому что вчера было очень ужасно играть. Вот, сейчас вроде, в принципе, откликивается очень даже достаточно очень быстро. Что не может, конечно, не радовать. Вот, что мы здесь нашли, какую бутылку. Где она? Надо изучить, насколько я знаю. Что еще нужно? Вот это что? Нет. Что-то нужно еще. Какую-то хрень. Так, вот это мне интересно денется. Что вчера не мог ничего найти. Непонятно, что это такое. Куда ее? Мне кажется, это вообще шляпа какая-то. Но она почему-то не одевается, непонятно почему. Ну ладно. Так. Тут у нас пусто. Ну, видимо, опять все залутано. Либо. Так, это на улице у нас. Это закроем дверь. Так. Что тут еще у нас есть? Комод. Комоду все пусто, шкаф он не готов, как всегда все пусто будет. Да. Так, а, у меня же еще есть лук. Так почему-то. А, вот все, в принципе, я зарядил его. Можно будет отстреливаться от всяких врагов, ну или все. Или за лук кого-нибудь убить, ну или зомби. Так. О! Что-то нашел. Какая-то хрень, короче. Пускай будет. Так непонятно, что это. Какие-то таблетки, что ли. Ничего нужны, пока что непонятно. Так, ладно, бежим дальше. Дождик, как видите, очень большая стенка идет. Фактически видимость очень плохая. То есть практически даже иногда ничего не видно. Но да, из-за лагов, конечно, таких вот. Такое ощущение, что его даже и нет. Так, здесь у нас закрытый домик, что ли, не понимаю. Да, туда, то есть, если попасть, походу, надо ломать дверь. Вот эту носить. Мне нечем ее даже сломать-то. Так. Собрал. Так, что у нас здесь есть? Все пусто. Ну, вот опять, видимо, начинаются лаги. Тут у нас все пусто. Непонятно, конечно, был здесь кто-нибудь или нет. Так, ну хоть что-нибудь. На самом деле, я считаю, что, ну, как вчера продолжил вчерашний разговор, что по поводу, что говорят многие, что это тот же DayZ. Ребят, вы сами подумайте, где DayZ находится, в чем ее смысл игры, и H1Z1. Для меня, мне кажется, это абсолютно две разных игры. Которые нельзя ни в коем случае сравнивать между собой. А, блин, я забежал в тот же дом, где я и был. Чёрт, я туплю. Так. Конечно, зомби здесь очень шикарно сделаны. Не то, что как в DayZ. Вот это единственное, что мне очень сильно понравилось. Это зомби. Так. То есть вот это, как, они ходят как реально, вот, если кто-то смотрит сериал «Ходячие мертвецы», вот реально почти какая там. Ну уж давай, блин. Че? Сломал. Че это такое-то? Вообще непонятно. Интересно, вот волк воет. Он здесь реально есть волк? Или это просто? О! Кипон. С кепочкой сейчас буду бегать. Еще одна бутылка. Так, ну в принципе вот и есть. Только зачем столько бутылок, конечно, непонятно.
пусть будет. А, уже некуда, знаешь, походу. Так. Давай, открываем. Так, ничего нету. Так, конечно, да, вот чтобы открыть, то есть пока что это Е не появится, подсветиться вы не сможете ничего открыть. Смотреть. Ну, что-то утром здесь вообще как-то не блещет особо. Так, что там, может быть, еще что-то вот есть, по-моему, местечко, да, вроде бы нету. Здесь в гараж можно будет попасть? Нет. Ну да, там задний дворик. Так, ладно, пойдемте дальше. Посмотрим. Мальчонок, ты где? Интересно меня услышать. Так, о. Опа. Вот это поворот. Сейчас ящики разбить-то можно будет сейчас? О, да, они ломаются. Нифига себе. Take mom pink sound. Что? Fire, давай сюда скинем. Вот это хрень. Что это такое-то? Блин, я не понимаю почему. Давайте поедим сейчас быстренько. Чпунч. 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 Так. Сюда, блин, что же можно перенести-то? Так, футболка где-то. Вот это почему не надевается, не понимаю. Давай, сюда. Ну, это... ну, теперь ты откроешься. Денешься. Не знаю почему, но он не хочет играться. Так. Давайте что-нибудь туда выкинем. Фаер мне не нужен. И перенесем сюда стрелы. Да. А? Да вот здесь. Да ничего, ходой, ходой, сейчас прибежит сюда. Не обращай внимания на него. Так, а как ее, о, ее можно даже съесть, что мы сейчас, в принципе, тогда и сделаем. О, вот, кушаем. Так, то есть шпроты, здесь вот эта всю хрень, в принципе, тоже можно найти. Так, теперь у нас еще тут вот эта хрень, я не знаю, нужна она вообще, да? Что это у нас? А, и порвать у нас коты, что ли, у нас, да? Да. Так. Дискайвер, давайте. Сюда. Так. Еще 18 там таких. Так. Это сюда. Так. Еще чего-то, еще 18 надо. А еще один нужен. Еще один нужен.
Так, здесь может быть что? Так, ладно, пока что. Так, сделаем. Все, то есть. Давай попьем. Что он там сделал, непонятно что. Сейчас я попью. Пьем. Идете, ну вот дрейлинг 53 у нас процента. А вот 63 стало. Что-то ничего не понимаю, откуда он берет воду. Ну что, стоит где-то на эту берет. Еще хочу. Пьем еще. Конечно, бутылок здесь ужас. Так, тоже все пусто. Так, давайте, ребят, может быть, он как-то раз здесь и находит, типа воду набирает, он ее выпивает, видимо. Сейчас я тогда ее беру с собой в дорогу. Все. А, подождите, а зачем у нас столько бутылок-то? Вот и все. Так, или вот это сюда. Так, сюда. А, уже на улице. Две на улице. Так. Так, давайте шкафчик тут, возможно, было. Смотрим, о, что-то здесь есть какая-то хрень для крафтинга, непонятно. А, что-то еще там нужно, вот это что ли? Сейчас ставить так вообще. Дискайло. Типа, ну что, мне брать бутылку? Да. Принять. На бутылку умеем делать, ребят. Так, что тут еще у нас? Вот что такое? А, ясненько. Мешочек можем делать теперь. Сачок какой-то. Шесть таких скрафтов клоунс. Кейшиф. Так, что еще там? Тут не хватает еще 18. Тут еще одна. Так, получается, что у нас? Еще что-то 18, чего-то не хватает. Ну да ладно. Что тут у нас есть? Нет, ничего, все пусто. Так. Второй этаж, что тут у нас? Так, следом тоже все пусто. Так, а здесь ничего нет? Нет.
О, шкаф. Не, на самом деле, ребята, вот сейчас я бегаю, опа, что так, бак, что с... Ну да, ходит бак с дверью, походу. Да. Вот, то есть играю уже... Опа, здесь кто-то он со мной бегает. Это ждем. Бегают они, как я помню. Окей. С ножами даже уже. Ну, меня, видимо, сейчас убьют. Потому что... А, ну все, да, меня убили. Вот. Так что будем заново все начинать. Ну, у меня, в принципе, такого там ничего не было крупного. О, конечно, это все-таки ж вещь, я думаю, еще пока без толкового, как попасть на него вообще невозможно. Хотя, может быть, я просто лол, ну, что там еще. Ладно, начнем заново, как говорится, все, с белого листа. Так, надо... О, что это такое? Палка. Фига себе. У тебя палка есть. Да, уж вот эти лаги, конечно, опять начинаются. То есть... А, вот. Все отвисло. Так, ладно. Давайте. Как добегу до города? Я думаю, включу. Сейчас бессмысленно. И вот, наконец я добежал до какого-то моста. Вот, там внизу слева тут домик. Там вообще какие-то машины стоят. Вон там город он какой-то. Посмотрим, что это. Но сервер, видимо, опять начинает лагать. Да. Видимо, это так. Вот я нажал Е, конечно же, но ничего не происходит. Да уж, обидно, ладно, давай сейчас вниз попробуем спуститься. Посмотреть, залутать, попробовать, если есть что-либо в доме. Конечно, да, вот единственное тоже, мне что здесь не очень понравилось. То есть все дома одинаковые. Ого! Вот это поворот. Это как так-то? То есть, круто. Че я могу сказать, надо патрон найти еще. Нет, так-то круто. Только патрон мне, конечно, в нее нету. Так круто! Ты видишь, смотрится-то фигенечко. Ну-ка, как с ней стрелять-то? От первого лица, что ли, это? А, вот. Зато меня будет, наверное, бояться, хотя вряд ли. Если здесь русские, они вообще же ничего не боятся, они отморожены на голову. Так, я даже не удивлен, что, в принципе, скорее всего, меня убили сейчас русские парни.
Если бы они наверняка знали бы еще, как орать в чат, бы они бы еще орали бы мне что-нибудь. Так что я ничему, в принципе, не удивлен. Так. Тут что у нас есть что-нибудь, сейчас мы ему поможем. Смотри, здесь пусто. Так, подожди, а здесь что у нас? Телек. Так. Мы побежали дальше. О, машина. Машина, кстати, скорее всего, опять все либо. Она еще открытая. Поэтому она не на ходу. Ну да, это точно уже не на ходу. Это уж точно. О, значит, я сейчас убью. Ого. Take a wood plank. Что она даст мне? Искали. 16. Чего там не хватает? Так. Дискавер, что там изучили? О, теперь я умею делать дверь, как... А, стандартную дверь, о, нифига себе, круто. Это круто. Так, теперь точно. Дискавер, что он еще не имел? Ого, будку. Будку двери, это круто. Ребята, это очень круто. Что тут еще? Как я понял, это ловушка для зверей, что ли? Да. Так, что еще мы можем сделать? Все, и что-то еще две штучки надо чего-то. Непонятно чего. Ну, прикольно, прикольно, что. Теперь я могу дом себе. Ого, бинокль. Бинокль нельзя исследовать, да? Тоже непонятно, что нужно. Так. Так, ладно. Куда бы мой ящик? Как бы забрать, да? Эй! Ящик. Бенч. О, нифига себе. Я как Халк прям выпрыгнул и перелетел. Так. Бенч. О, разобрались. Так. Все. Так, мокрый, файл, зачем мне нужен? На самом деле, вообще не представляю, для чего мне нужен. Так, как это можно сюда перенести? Плейнс. Искали сюда. Так. Так, ладно. А, вот, можно взять две планки. Что мы взяли. О, еще какой-то. А, после открытия его долблю уже. Так, тут нет ничего у нас. Пусто. Ну да, так хорошо полутались, нашли оружие. Да. Такой без патрон. Здесь патроны найдем. Так, все. Кстати, а его нельзя изучить оружие? Нет, нельзя изучить подходы.
Я тут могу найти, по-моему. Так. Пусто. Так. Ну так, с дома не убрала. Так, о, жрачка. Надо пожрать тебе. Значит, воду еще. Так. Чары, ты где? Так, это такое, как бутылку банки могу взять, интересно. Так, ну что, здесь, видимо, всякая такая. Вот это осталось. Тоже пусто. Вася, ты чё сюда прибежал-то? Вот туда правильно, блин. Там и тусись. Воу-воу-воу-воу. Парень, полегче. Зашёлся. Что, блядь, наглялся? Тебе его дня нападать, вот чё? О! Есть сюда, сейчас поставить дверь. Чё там нам надо ещё? Тривуд Плэнкс. У меня только их два. Надо найти еще одну палку. Еще там где-то три. Так, ладно. Так. Че там зомби фила, да? Вот ты козёл. Упырь, куда бежишь-то? И опять лагает сервер. Что-то не понимаю. Вообще, зомби... это игра про зомби или зомби бегает от вас? Так, мне кажется, лучше от первого лица. О! Это же вот так не бежит, не так. Вот не так. Ладно. О. Полезем туда-туда. Да, вот единственное, что здесь, конечно, еще нету. То есть это намокание, холода, скорее всего, я думаю, будет в ближайшее время. Может быть, не в ближайшее время. Вот. Так, все здесь у нас. Так. Что-то сервер опять что ли висит. Не понимаю. Ого! Вот это да! Вот это взрыв. Так. Охрененно. Круто. Так. Ну-ка. Блин. Во, круто. Здесь есть даже снайперская винтовка, получается. Так. Ну, чем-то похоже даже. На маслом, конечно, не похоже. В принципе, так же, как и на мощненькую, вообще непонятно что. Что это за калибр у нас такой. 308 Хаунтинг Рифа. А это у нас R15. Какой-то. Ну да ладно. Так. У нас патронов, к сожалению, нет. Что это такое? Я вообще не понимаю. Чем-то есть лайт какой-то гнайт. Сейчас, секунду.
Да.